Двое несовершеннолетних жителей Буйнакского района отравились угарным газом. Двухлетнюю девочку и ее двухмесячного брата доставили в Буйнакскую городскую больницу. Их состояние оценивали как тяжелое, отмечались нарушения сознания и рвота. В ходе проверки выяснилось, что причиной утечки стала неправильная эксплуатация дымохода газового котла. Здесь вы можете видеть котел, соединение которого выполнено из жестяных труб. Пожалуйста, обращайте внимание на подобного рода соединения, так как подобного рода соединения приводят к утечке угарного газа. На такие соединения желательно надевать специальные хомуты с утолщенной резиновой прокладкой. Также необходимо проветривать помещение, в котором используется газовое оборудование. В течение долгого времени токсичный газ поступал в жилое помещение и понемногу отравлял детей. В настоящее время пострадавшим, которые находятся в реанимационном отделении, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние детей при поступлении было тяжелым. Отмечалось нарушение сознания, рвота, нарушение кровообращения. В данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Дети получают соответствующую посиндромную терапию. Дети еще находятся в отделении реанимации, но состояние детей лучше. МВД Дагестана предупреждает о том, что с началом отопительного сезона возросло количество отравлений угарным газом, которые происходят из-за несоблюдения необходимых мер предосторожности при эксплуатации обогревательных приборов. Основными причинами трагических случаев становятся грубые нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использование изношенных приборов, осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта. Будьте осторожны, соблюдайте все необходимые меры безопасности, которые могут спасти жизнь вам и вашим близким.